Так, всем привет. Че, я в Самаре, короче, приехал на загрузку, выгрузился. Все, приехал на загрузку. Стою опять вдоль дороги. На обочине. Сейчас пойду арбузик возьму себе. Или дыню, или арбузик. Вот что-то арбуз охота. Пойду арбуз возьму. Сюда поближе подъеду. Потому что сейчас там машину загрузят. И я буду заезжать грузиться. Вот сегодня с поддонами как бы нормально. Почему? Потому что у меня загрузка как бы на завтра. Ну а загрузят сегодня. Вот меня сегодня загрузят. Дай бог все нормально. Сейчас до Ульяновска перебегу. В ночь зарегистрируюсь, чтобы меня завтра выкинули. И завтра я опять загружусь с Ульяновска уже домой. Ну, короче, такие планы, как всегда, наполеоновские. Но что из этого получится, смотрите, наблюдайте. Всем доброе утро. Что, короче, меня вчера не загрузили. Я пью кофеек. Сейчас камеру переверну и с вами поговорю. Сижу, кофе пью. И вот вчера потихонечку начал отмывать все. Ну, вот это самый максимум, что отмыл. Это примерно, чтобы понимали, было в таком состоянии все. А стало вот в таком. Где-то баллона 2. Это все для стекол, жидкость, короче, Фэри, Мэри. С Фэри, вот этой жидкости для стекол. Потом вот такой фигней, ну, Фэри прям наводишь. Сейчас покажу, как отмываю. А так, да, говорю, что время зря не терять, вот, занимаюсь этими чуть-чуть процедурными мойкой, короче, салона потихонечку отмываю. А то пишите, уберись в салоне. Уберусь в салоне. В салоне это у меня последнее, то, что меня волнует. Мне главное, чтобы машина ездила, чтобы в техническом состоянии нормально была. Вся смазанная, обслуженная. Свет нормальный. Вот сейчас свет тоже вот с этой загрузкой, блин. Вообще все планы летят, просто летят все планы. Вот каких-то пару часов, да? А получается, у тебя график на сутки на двое двигается. Даже на каких? На двое суток график двигается у тебя. Ладно, по заявке. У меня сегодня по заявке, как бы, я сегодня должен загрузиться, сегодня должен разгрузиться. Время у нас уже, короче, к обеду подходит. Меня еще даже не звали, не вызывали. Говорят, после 4 будут грузить. Где после 4, я уже понял, от конторы меня загрузят, дай бог, часов 8 вечера. Вот. То есть все, я уже не успеваю загрузиться, зарегистрироваться в Ульяновске, да, на пивзаводе, на выгрузку. Я не успеваю зарегистрироваться, то есть, короче, опять получается, я на пивзаводе буду сутки стоять. Итого у меня вышло, я вчера разгрузился, сюда переехал. Сутки на загрузке. До Ульяновска перебежать мне тут, ну, часа 4 давайте брать там максимум, да. Все, 4 часа я до Ульяновска перебегаю, регистрируюсь и опять сутки курю. То есть получается 52 часа, да, рейс 52 часа выходит. Двое суток, а то и больше может выйти. Вот. Ну ладно, что. Наверное, палеты я типа больше поддоны брать не буду. Потому что, говорю, из графика выбивает очень сильно. Я бы сейчас, например, уже бы с Ульяновска шел бы груженный. Если бы я вчера ничего, ну, не стал бы эту обратку брать, пошел бы на Ульяновск, я бы сегодня уже с утра загрузился бы в Ульяновск и уже бы день к Пензе, наверное, подъезжал. Вот. Завтра бы разгружался и теоретически завтра же мог бы грузиться и опять ехать на Самару. То есть за эти двое суток, которые я потерял, я бы еще рейс на Самару сделал. Ну, без обратки, да? Ну, я прибежал бы сюда опять. Вернулся бы уже в Самару опять же. Вот. Или позанимался бы эти там двое суток, с машиной бы позанимался. Мне все, уже фары пришли,
Вот мне фары надо ставить. Видели, да, у меня света вообще нету, просто свет, когда темнеет. Ну, есть, ну, не такой, короче, какой должен быть. Вот все, мне фары надо менять. Вот я бы с машиной позанимался, да и домашние дела там какие-то что поделал. А так сидишь, ждешь. Вот. Ну ладно, просто не сижу. Сейчас буду салон отмывать. Допиваю кофе и буду отмывать салон. Так что как-то так. Ладно, до связи. Ну, загрузился, выехал, короче, поддонами этими. Ушло у меня на загрузку. Да до хрена ушло время. Получается, 8 час. Это по-московски, по местному получается 9 час. Едем в Ульяновск. В принципе, что могу сказать? Едем, будем пробовать сегодня зарегистрироваться. Может, ночью под утро разгрузят, чтобы завтра загрузиться и выдвинуться в сторону дома. Дверь был, мыл, мыл, мыл. Ну, дверь как бы отмыл. Так, более-менее. А эту все потеки, все равно вот эти остаются. Короче, воды много уходит. Я литров 20 воды, ну не 20, конечно, но литров 10 точно воды потратил на эту дверь. Ну, дверь здесь вот, литров 10 у меня ушло. Короче, и химия не помогает, так, и тазик нужен, так что домой приеду, попробую с тазиком, с химией, с более-менее нормальной помыть. Ну и так, химию, да, возьму для пластика, химию хорошую возьму, вот это как пена такое, на панель вот так пшикаешь, заливаешь, и попробуем. Так, что, обогнать, не обогнать, так, вроде нормальная скорость. Ладно, обходим. Обошел автобус. Ну что, педалируем, короче, до Ульяновска. В принципе, как бы, как сказать, не то, что выспавшийся, но не уставший. Потому что целый день на жаре не выспишься. Короче, мучайся, вареный, вот, вареный. Не уставший, как бы, не выспавшийся, ну и вареный, вот так вот как-то, такое состояние. На связи, в общем, едем. Так, надо тормознуться, чайку попить, ну кофейку вернее. Сейчас я им здесь притулюсь. Попьем кофейку и поедем дальше. До Ульяновска нам осталось где-то 60. Время 20 минут, грубо говоря, 11 по местному 12. Свет вообще, конечно, пацаны. Прям я жду не дождусь, когда домой приеду фары поменять. А еще окна помыть надо, потому что окна в жучках все. В жучках, в паучках. Ладно, что, пью кофе и прям дальше. Так, что, кофейку попил, окна помыл, можно трогать дальше, да? До точки, как я говорил, не говорил, уже не помню. Мне примерно километров 60 осталось. Так что трогаем, едем. Ну как бы уже тронули. Еду, короче, еду. Ну вот, все, я на месте, ребят. На выгрузке. Время у нас 23:40. Ну, грубо говоря, у меня, короче, дорога заняла где-то 3 с чем-то, да, часов. То
то есть моих рабочих. Все, я свою часть задачи выполнил, я груз доставил. Мне осталось только разгрузиться и получить документы. Только сколько времени это займет еще выгрузка? Тоже вопрос. Ладно, иду попробую оформиться и будем отдыхать. Этот пивзавод, я его родственник, да, как говорится. Время, ну, плюс час, да, по местному получается, что по местному получается, по восьмого. Вот, мне позвонили заезжать. Ну, короче, можно сказать тоже, сутки отстоял еще на пивзаводе. Сутки на загрузке, сутки на выгрузке, плюс 3 часа, там, ну, 4 пускай часа моего рабочего времени. И, короче, я не готов к таким рейсам. Наверное, я эти поддоны больше брать не буду. Да не наверное, если такие загрузки-выгрузки, они мне нахрен не нужны. Я говорю, я бы лучше уже сегодня бы, я сегодня уже бы с Липецка загрузился и опять бы на Самару пошел. Чем тут стою, кукую. Ладненько, что, пойдем, пройдемся, посмотрим, что у нас там. Подушки поднятые, не поднятые, колеса круглые, не круглые. Ну, я сегодня ходил уже, смотрел. Это так, чисто для самоуспокоения пройтись, потому что заезжать. Кстати, нужен диск. Короче, под барабаны и тормоза диск прицепной нужен. Поменяю на европейский тягач. Это у меня получается с тягача на европейский. Поменяю или на европейский тягач, или же у меня есть два диска под дисковые тормоза. Ну, то есть прицепные под дисковые тормоза, два диска. Короче, если у кого есть какие варианты, ну, в Липецке, соответственно, там, может, по дороге, вот, по моему маршруту. Если у кого что есть, пишите, предлагайте. Будем рассматривать варианты. Ладно, что, едем разгружаться. На территории снимать нельзя, на территории не будут снимать. Да, еще включиться, что сказать. Хотя бы, если бы вот меня на пару часов пораньше бы выгрузили, вот на пару часов пораньше бы выгрузили, я бы сегодня успел бы загрузиться глиной. И то есть, и вообще, я бы ночь прошел бы, и завтра бы я в Липецке разгрузился. Ну, ладно уже, что. Если бы до кобы, как говорится, да, то у нас вырос съест грибы. Поехали на выгрузку. Разгружали, разгружали. Дырчик сбой дал. Газ кончился. О, разгружают уже часа 4, короче, разгружают меня тут. Вообще жопа полная. Все, разгрузили. Время 11:30. Заехал я, ну, в 7:30, грубо говоря, заехал. Так, че, прицеп зашел. Поднять вот эту хрень. Подушки поднял. Надо вот эту хрень поднять, потому что карщик отъехал, ее не поднял. Отъезжай, говорит. Лопату не поднял. Ну, я, конечно, мог бы отъехать, а там вниз долбанулась. Ну, пацанам потом, кто следующий после меня разгружаться будет, неудобство будет. Все, теперь на охране стоим, тупим. Что-то зашел он там, что-то ищет. Че там? Выпустили завода. Короче, пока по-русски говорят, пока до ебуков не дошло, хотел лак составлять. Почему, говорит, по территории завода с открытыми воротами ездишь? Вы же памятку расписывались, черисывались. Я говорю, что, а почему требования, блядь, у вас тоже? Надо же вам показать, что я пустой, говорю. Ну там я ему сказал, что по территории не ездил, я тут перед воротами открыл, к воротам подъехал. Ну, короче, он акт хотел на меня составлять. Типа акт, херак, я говорю, нигде что расписываться, во-первых, нигде ничего не буду. Во-вторых, в течение 15-10 минут сейчас меня не выпустишь. Я говорю, наряд вызываю нахуй, то, что ты меня незаконно удерживаешь на территории. Ну, короче,
короче, как ментами припугнул, все сразу, и акты нигде ничего не начали составлять. Ну там, может, составят потом, хер его знает, может, даже и черный список теперь в Эфесте в этом внесут. Не знаю, но я больше сюда не поеду, мне вообще по барабану. Короче, пошли вы! Эфест сраный, блядь. 5,5 часов меня разгружали. 5,5 часов. Это офигеть, одну машину, вот меня одного разгружали. 5,5 часов. Заехал 6:30. Ну пускай в 7 я заехал. Вот, в 7 я заехал, да? До 7 я, до 8 я просто простоял, вот просто простоял до 7. Так, что-то я запутался, куда ехать. Сейчас фары переключу, чтобы вам более-менее видно было. Ну, короче, до 7, ой, до 8 я просто простоял, 8 часов у них пересменок. После пересменка вот этот дядя пришел разгружать. Дядя разгружал, разгружал. Газ кончился, пока газ поменяли, пока херас. О. Ладно, все, короче. Про эти дрова забываем, как страшный сон просто. Все, этого рейса нету для меня, не существует. Ульяновск, Эфест. Все, для меня, короче, ни загрузка, ни выгрузка тут не существует. Короче, Афилдерзейн. Рейс у меня этот занял. Рейс 240 километров. А по времени он у меня занял. Я приехал, получается, во вторник. Где-то в 5 вечера, да? Во вторник. Вчера среда была. То бишь, я сутки простоял, больше суток простоял на загрузке. И сутки простоял на выгрузке. Давайте считать, да, с 5 вечера до 5 вечера. Позавчера, вчера, получается, до 5 вечера у нас, сколько, 24 часа. Со вчера на сегодня у нас, получается, уже 48 часов до 5 вечера. 48 плюс... Сейчас время у нас... Без 10-12, да, время у нас. Ну, грубо говоря, 12 давайте уже брать, чтобы считать полегче было. Еще 7 часов. 48 плюс 7. Это получается сколько? 56, да, 55 часов. Из этих 55 часов, моих рабочих часов, ну, пускай 4 часа, пускай будет, это максимум, да, 4 часа. Моих рабочих часов, которых, за которые время я доставил груз. Вот, 41 час, 51 час простоя. Нормально, да? Просто 51 час, просто тупо машина стоит, и я в ней живу, 51 час. Как бы на такие расстояния, на мелкие, на 240 километров, это вообще не работает. Это, как говорится, дура насмерть. Всем доброе утро. Вот время у нас 9:30, а я уже почти груженный. Уже и документы получил, вот они все. Пропуск выписан. Вот. Даже кофейку не успел попить. Сейчас кофеек допиваю. Выезжаю за территорию. Подвожу колодки, потому что тормоза, ништяк тормоза, все, ну не такие сильные, как должны быть. Вот, там буквально пару колес надо подвести на прицепе. Наверное, на прицепе два колеса подвести, да, и на тягаче. Наверное, тоже колеса два. Ну, короче, со всей этой сцепки колеса 4 подвести. Ну, ладно, это мелочи все, конечно. Ну, надо сделать, подделать. И ехать спокойно. Выдвигаемся, будем выдвигаться в сторону дома. Ну что, ребят, время у нас получается 10 часов, а я уже в Сызрани.
То есть до Пензы мне осталось где-то, ну пускай 300 максимум мне до Пензы, и там пускай 400, да? Ну, плюс-минус где-то 700-750 до дома, там плюс-минус. Едем, не знаю, сейчас может Пашку Махалина заеду, сейчас позвоню, если он дома, заедем, чаек, кофеек попьем, да, будем дальше педалировать. Так, за бортом жара, не знаю, наверное, градусов под 30 за бортом. Ну, как говорят, здесь на выходных до 36 обещают, ну, Самара. Вольво на хвосте, пензенская Вольво, подписчик, будешь смотреть, привет. Тормознули с ним, чайку попили, ну кофейку. Кран пола на прицепе мне подрегулировали. Вот сейчас движемся. Сейчас перед Пензой Пашок ждет на ману. Там еще тормознем, кофе попьем. В общем, хорошо, когда много друзей, да, на дороге. Не пропадешь. Ладно, двигаемся. Это вот в сторону Тамбова стоим. Говорят, там машина что ли горит. Машина загорелась. Ну, жара, конечно, у нас жара вообще. И на Пензу тоже набилась. Жара у нас, жара. Не знаю сколько, но очень жарко. Ну вот, что случилось. Охренеть. Сгорел весь КамАЗ. Ну вот и в Липецкую область залетаю. Время 9:30. Липецкая область. Все, можно считать, мы дома. Теперь у нас по планам разгрузиться. Подушка зашипела на прицепе. Подушку поменять. Но это уже будет все в следующем видео. Короче, прицепом позаниматься. Подушку поменять. Это в следующем видео. А так что? Всем спасибо за просмотр, как говорится. Всем пока. Что получилось? Ну, что получилось, то получилось. Такое видео. Не обессудьте. Всем пока. До новых встреч.